Внутриклубный конфликт вспыхнул между фанатами Боруссии Дортмунд и ее директором Хансом Йоахимом Ватске. Ранее фанаты Боруссии забросали камнями болельщиков Лейпцига, среди которых были и женщины, и дети. После событий, связанных с нападением болельщиков Боруссии на поклонников Лейпцига, исполнительный директор дортмундской команды Ватске раскритиковал поведение фанатов. Он открестился от группировки Риот 0231, заявив, что она наносит вред клубу. За это болельщики немецкого клуба угрожают расправой Хансу после его критики в адрес фанатской организации. Болельщики опубликовали в социальных сетях фотографии с надписями «Ватске, скоро твоя мечта закончится, и ты окажешься в багажнике автомобиля». Рядом же была размещена символика этой фанатской группировки. Полиция после этих угроз взяла ситуацию под контроль. Также рекомендую посмотреть ролик под названием «50-тысячный гол в Бундеслиге». Если эта новость вам понравилась, была полезна и интересна, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.